Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Мафиоза. Значит, у нас арена пятая. И тут у нас открываются Вера Вендетта, Сел Проныра и Роберто Псих. Вот такие вот чувачки. До этого играл, и скажу вам, что сложновато на самом деле. Рейд мой боевой какой-то слабенький, но я пытаюсь. Вот такая у меня команда: Деп Снайпер, Фрэнки Пышка и Тейлор Нокаут. Поехали. Обычно берем всю инициативу на нашего боксера. Он стакает. Опа, опять какой-то новый чувачок. Я не знаю, что это за чувак, но я знаю, что это Проныра. А вот что он делает, без понятия. Посмотрим. С таким я еще не сталкивался. Ага, атака. Понятно. Бомбит почему-то мне Фрэнку Пышку. Фрэнку Пышку. Погнали. Так, 4 стака, ребята. Каждый стак дает 12% к тому, что его удары будут в промахе. То есть в данный момент это получается 50% к тому, что либо он попадет, либо нет. Ну, смотрим, что у него инициатива. Ага, попадает. Здесь промазал. Видели, да? Ну, то есть, как оно и должно быть. 50%. Потому что либо попадет, либо... Видите, я тоже начинаю промахиваться. Но стакуем, стакуем. На него 4 промаха. Замечательно. Ага, вот так вот. Ладно. Ну что, я думаю, что надо, наверное, уже уничтожать его с помощью деп. Посмотрим. Она должна его, в принципе, убрать отсюда. Ну-ка. И последний выстрел. Замечательно. Короче, Тейлора не стало в этой бригаде. Сейчас будет бомбить с дробовика, наверное, да? Так и есть. Так и есть. Еще 2 выстрела у него, по идее. Но он решается вот этим сходить. Так, что дальше? Этот у нас просто стреляет, да? Короче, как вариант, я думаю, что мы сделаем вот так вот. Поцелуй и давай в нокаут. Вот так вот. Посмотрим, что он будет сейчас делать. У него выбор: либо в деп стрелять, либо во Фрэнки Пышку. Но он решил во Фрэнку, да? Ладно. Все, следующие, ребята. Следующая пара ударов опять же прилетит ему в чайник. Это по любасику. Поехали. Вот так это все у нас проходит. И потом я буду, естественно, добивать деп. Будет у меня работать здесь деп. Так, 285 у него здоровья. Ух, ну что, погнали. Снайперский выстрел. Сколько здоровья осталось? 81. Как раз, ребят, нам хватит, чтобы его уничтожить. Нет, не хватает. Осталось маленечко. Тут все зависит от того, как сейчас будет сыграно у нас. У него ярость. Опять же сейчас шмальнет с дробовика. По деп. Угу. Этот хиляется, я смотрю, еще, да, потихоньку, когда стреляет. Это я уже где-то видел. Ух, ну что, дальше делаем такую с вами канительку. Минус. Так, ставим сюда. И погнали бомбить вот этого вот охламона. Я, правда, не помню, как его увеличать. У него выбор сейчас стрелять по деп. А у него, если не ошибаюсь, нету, да, таких выстрелов. У него именно массовые выстрелы. Поэтому, ребята, он здесь и отдуплился. Так, ну что ж, неплохо. Первый бой сыгран замечательно. Что у нас тут в клане что-то высвечивается. Так. Олег, топ, 1 минута. Что топ? Так, ладно, это не важно. Мы с вами продолжаем, поехали.
Ну, если кто не знает, смотрите, ребятули, я вам покажу. В детстве Тейлор был всегда, был завсегдаем подпольных боксерских матчей. А когда подрос, сам стал боксером. За сокрушительный хук его прозвали нокаут. Хэнк приметил его на одном из матчей и пригласил в банду. И вот у него описываются удары. Хук. Каждый его удар наносит врагу урон и ошеломляет его, повышая на 12% вероятность того, что враг промахнется. Эффект от последовательных ударов суммируется. То есть вы поняли, да? Дальше вот такое у него есть. Тренировка. Он надевает перчатки и начинает тренироваться, тем самым постепенно повышая урон от его особой способности. И последнее — это нокаут. Он наносит врагу дополнительный урон каждым ударом, накопленный на тренировке. То есть, если мы вот этот вот, ребята, здесь сделаем вот так вот пару ударов, да? Вот, например, два. И потом применяем вот этот нокаут, он может убить врага практически сразу с одного удара. Ну что же, я еще пока это не экспериментировал, но я видел, как ребята это делают, и я вам скажу, это не сладко. Ну что ж, надеемся, что второй раунд у нас тоже так же хорошо пройдет. Мы сделаем, наверное, сегодня 4 раунда. Ну, как будто мы с вами зарабатываем сундуки, хотя они у меня накоплены все. И, ага, блин, зараза, зараза, вот что я могу сказать. Бесявый вот этот вот шпендель. Мясник мне никогда не нравился, но... Так, смотрим, вторые, два уровня, да? Фух, что же делать-то будем? Я даже не знаю. Давай, наверное, будем вот так вот делать. И супер выстрел. Отлично. Так, ага, он в боксера. Ладно, пускай бомбит. Это его право. А мы будем дальше мясника с вами разбирать. Мясник мне очень-очень не нравится. Здесь ему, как говорится, не место. 199 здоровья осталось. То есть следующий мой залп должен мясника уничтожить. Поехали. Мы, кстати, можем сделать и вот так вот, ребята. У Фрэнки Пышки очень обалденный сейчас стал дамаг. Обалденный дамаг. Что он дальше будет? У него накопилась сейчас ярость. Он будет делать, естественно, будет вот так вот. Добил. Ну все, ребята. Что я могу вам сказать по этому поводу? Поехали. Вот как-то так. 390 у него здоровья. Сейчас будет нокаут. А че, почему не стал? А, я понял, ребята, он... Ладно, он думает, что он вот этим вот спасет? Нет, ребята. Будем сейчас бомбить деп. Так, поехали. Лишь бы попадали, остальное не страшно. 29. Отлично. И еще выстрел. Ну что, неплохо. Следующий наш выстрел его убьет просто-напросто. Но он, естественно, на Фрэнку Пышку прыгает, потому что он не хочет, чтобы мы с вами успели поставить защиту. Даже так настакал ты. Вот это, конечно, плоховато, что он очень много стаков наделал. Поехали, будем пытаться. Пока попадаем. Ну что, давай, наверное, сделаем... А что мы можем сейчас сделать? Давай-ка вот так, наверное, сделаем. Раз и два. В кого будет стрелять? Наверняка в деп. Хотя я бы лучше бы стрелял в пышку. Но он решается в деп. И это для меня, если честно, странно. Ага, даже вот так он делает. Ага, значит, он делает вот так. Ну что ж, погнали. Нет, я все-таки выстрелил. Вот так вот. Все, ребята, в следующем ходу... Ну, он просто убьет. Мы убьем Соло. Я поставлю защиту. Он сейчас, естественно, наверняка тоже врубит ее, нет? Не будет врубать?
почему-то не врубает. Упс, а возможно, ребята, мы с вами ничего не сделаем. Третий выстрел убивает Фрэнки. Так, ну что же, если адепт вряд ли тут, ребят, сможет справиться. У нее не хватит. Хотя, подожди, может быть, все хватит. Хватает, ребят, все отлично. Все как надо у нас получилось. Ну что же, я нас поздравляю. Это был у нас второй бой. Поехали теперь за третьим. Так, наверняка многие хотели бы посмотреть вот этого чувачка, но мне так неохота его брать, если честно. Он еще и не прокачан, к тому же, так же, как и Джимми Бритва. Ну, вы больше чем уверены, сами видели прекрасно их в действии. Оу, вот это, ребята, знакомая школа, это старая школа, я знаю, как она и действует. Поэтому нужно здесь очень быстро все делать. Для начала нам нужно уничтожить вот этого вот чувачка, подрывник, потому что он будет бросать сейчас свой динамит сюда ко мне. Потом дожидается. Ах, вот так даже. Ну, в принципе, ребята, это не меняет ровным счетом ничего. Надо эту бабку тоже, кстати, накумарить, мне кажется. Погнали. Вот так вот, получила в табло. Тут, короче, нам нужно будет разрываться между бабкой и вот этим вот подрывником. Подрывник будет бросать динамит, однозначно. Слушай, нет, это какой-то другой чувак. Совсем не то, о чем я думал. Хм, странно. Ну ладно, погнали. Есть, короче, здесь вот состоящая из трех: бабка и подрывник. Короче, суть подрывника вот довести у всех здоровье до вот примерно такого уровня. Потом он набирает ярость и врывается сюда, взрывая всех. То есть наносит колоссальный урон. Потом бабка, естественно, делает добивочный. Поэтому наша сейчас цель, наверное, ликвидировать в первую очередь бабку. По крайней мере, я так считаю. Погнали. А потом мы с вами возьмемся и за пышку. Вот так вот. Я думаю, вот так вот вариант будет намного лучше. Ярость готова. Естественно, сейчас он влетает сюда. Смотрите, подрывник. Я сомневаюсь, что он будет делать Фрэнком защиту. Но это ни к чему. Я бы, наверное, влетел бы все-таки. Он делает так. Да, видите, сколько он наносит урона, довольно немало. И вот начинает бросать свои шашки. Ну, а я тем... Слушай, мы можем с вами... Ха-ха. Нет, я буду, ребят, колбасить. Вот таким вот образом. На следующий ход Фрэнки, в принципе, уже не жилец. Он начинает психовать, бросать всякую ересь. Это понятно, ребята. Так, ну что? Погоди-ка секунду. Четыре. Неохота мне, ребят, тратить, если честно. Так, хорошо. Ну давай, бросай свою динамит, взрывчатку, что ты там хочешь. Единственное, что я, знаете, в чем сомневаюсь. Оу-оу-оу-оу. Да, пышку потеряли мы с вами. Двоих потеряли даже. А вот это плохо. Что двоих потеряли. У него ярость сейчас накопится или позже? Кто-нибудь следил за этим? Или еще будет ход? Понятно. Сейчас взлетит и взорвет. Значит, ребята, действительно, это именно та группа, про которую я и говорил, которая работает через вот этого вот чувачка взрывного. Не хватит у меня, конечно, мощей, может быть, хватит, сейчас проверим, ребят. Наверное, нет, мы по 29 здоровья сносим, естественно. А, все, опять же, мне везет, как, блин, как утопник. Не знаю, почему так говорится, но забомбили. Ну что, дорогие мои, давайте, наверное, заключительный последний бой с вами проведем. И я думаю, что вам будет на этом достаточно моих боев. У нас как бы, да, мы выбираем с вами команду определенную, вот у нас каждую серию. И начинаем ее как бы разбирать потихоньку. То есть смотреть, как она действует в той или другой ситуации.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здесь, знаете, кто мне не нужен? Здесь не нужен мне полицейский. А знаете почему? Потому что он бросает наручники. Он бросает наручники, и обязательно почему-то он эту фигню делает во Фрэнка. Понимаешь? Он ее бросает во Фрэнка, чтобы Фрэнк не мог поставить себе щит, и, соответственно, Соло его потом убивает. И посмотри, как у него копится ярость. Просто обалдеть. Ладно, он хочет мне ликвидировать Деп. Не знаю, зачем он это делает. Ну что же, я не буду, ребята, возражать. Пускай он добивает. Мы добьем ему полицейского. Так, ярость готова. Ты прикинь, как у него быстро копится ярость. Опа, опа. Так, это он хочет ко мне влететь, да, я так понимаю? Он хочет ко мне влететь. Ладно, погнали. Мы не дадим ему использовать такую возможность. В ярости сейчас, короче, влетает. И посмотрим. А, он даже тренировку он накапливает удар, смотри, ребят. Накапливает. Ну, сейчас мы будем ему опять же бомбить. Поехали. Пускай он в холостую, как говорится, его потратит. Ну что, будешь включаться или нет, я не могу понять. Или я тебя на следующем ходу просто убиваю. Так, ребят, смотрим, прокатит, нет? Черт, прокатило, убил Деп мне все-таки. Ладно. Теперь наша очередь. Теперь наша очередь. Я думаю, что мы все-таки добьем сейчас вот этого... Ага. Раз и два. Поехали. Так. Так. Раз. Два. Вот таким вот образом будем делать. У него опять копится ярость. Все, ему хана. Ему хана, ребятули, смотрите. И беремся за Соло. Мы его оглушили, это хорошо, это плюс. Он может промахнуться, а может и нет. 24% к тому, что он промахиваться будет. Промахнулся. Все отличненько. Теперь просто тупо его вот так вот, ребята, бьем. Своим легендарным хуком. 5 стаков, это 50%, даже больше немножко, он будет промахиваться. Ну, может иногда попасть. Вот это, кстати, ему не поможет. Это ему не поможет, потому что мы ему убавим жизнь до определенного количества. Но стаки-то, они никуда не денутся. Понимаешь, они копятся, стаки. Вот они, 5 родных стаков наших. Все, сейчас он ничего абсолютно не сможет сделать. Воу-воу-воу, попал. А здесь промахнулся. Все, пока. Пока, Соло, мы тебя расстреливаем вот пышкой. В благодать. Красота. Ну, в общем, ребятули, вы, надеюсь, поняли, как действует наш паренек. Легендарный Хук. Надеюсь, вам этот персонаж понравился. Ну, а вас, как обычно, жду в своем клане, ребят. Клан называется, кто не знает, Каратели. Так что приходите. Когда я в игре, мы общаемся, в общем, все дела. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.